продолжаем наши парижские прогулки. Седьмой округ Парижа, неподалеку бульвар Сен-Жермен, а эта улица называется Висконти. Здесь находилась мастерская художницы Натальи Гончаровой. Когда Марина Ивановна Цветаева узнала, что в Париже живет Гончарова, да еще та самая, прямой потомок Натали, жены Пушкина, она захотела с ней увидеться, хотела написать о них двоих, о Натали Гончаровой, Натальи Гончаровой, и пришла сюда, на улицу Висконти, увидела эту улицу и сказала: «Ой, какая же это улица, это настоящее ущелье, мне так хотелось увидеть это место». И пришел и понимаю, правда, самое настоящее ущелье.